Конечно, лень на выдумку хитра, и наши горожане тоже противостоят зною кто как может. В общем, небольшой лайфхак от оренбуржцев. За речку езжу, на природу езжу. Вот сейчас подам документы и пойду, наверное, на речку. Пьем воду. Черную, видите, в черном весь. Ну, заходим в тень куда-нибудь туда, в здание. Только кондиционер так. Никак, нам плохо. Нам очень плохо. Прячемся в кабинетах, в рабочих под кондиционерами. А как домой идти, хоть не ходи. Все равно с утра на работу. Только вот детей с сада забирать приходится. Придется ползти, а так... Дома душ, на речку не ходим. Побольше находиться в тенечке, пить больше воды. Мороженое, квас, да, и постельный режим, наверное. Вот это все, что нужно в такую жару.